И псы лизали ноги, да? Читал такое? Ну, вот. Было, чтобы залезал, а потом забинтовал. Ну, уже завязал ты. Вот. Читал, Василий, притчу о богаче и Лазаре в Евангелии? Ну-ка, перескажи. Ну, притча о богаче и Лазаре. Был богач, пиршествовал блистательно. Вспоминаешь? И был нищий. Как его звали? Василий? Или Лазарь? Лазарь. Лазарь. И вот он сидел, и написано, псы лизали его струпья. Ну, вот ты так же. Я богач, а ты нищий. Но я не хочу учить того богача, понимаешь? Поэтому я вот и принял тебя в дом-то. Обогрел. Что он лежит-то? Ну, не знаю, что он лежит. Больные, наверное, у тебя ноги вот он тебя лежит. За ногами-то не ухаживаешь. Когда последний раз ногти обстригал? Ты обстригал ногти и поранил. Ну как так можно стричь ногти и до крови простричь? Вот он тебя заклеил, вот он чует там кровь и зализывает тебе. Пластырь убрать? А? Да нет, пусть он с пластырем, а то на крови. Сейчас походишь с пластырем маленько, она кровь перестанет течь. И все. Понравилось ему. Погладь его. Ах, 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 ах.